Всем привет! С вами Интернет и деньги. В этом ролике мы поговорим о лаунчпулах, которые проходят на биржах, и посмотрим, как в них участвовать. Сегодня у нас будет обзор лаунчпула на Binance и также на бирже Bybit. Кстати, как раз сегодня я уже получил токены по предыдущему лаунчпулу, я их продал, и завтра уже будет второй. Сегодня у нас 18 января 2024 года. Поэтому внимательно смотрите даты, чтобы не пропускать. Кстати, если вы хотите получать эту информацию раньше всех, то советую подписаться на мой телеграм-канал, потому что именно здесь я постоянно сообщаю о каких-то акциях, промках на биржах, о дропах и других интересных проектах. Вот как раз таки сегодня я уже сделал пост по лаунчпулу, который будет проходить на Binance. Это будет листинг токена AltLayer, ALT. Можно будет его зарабатывать, размещая в лаунчпуле токены либо BNB, либо FDSD. Ну, я постоянно размещаю BNB. Я себе купил BNB тут немножечко и на небольшую сумму участвую в лаунчпулах. Период стейкинга будет с 19 по 24 января. Сегодня у нас 18, поэтому завтра в 12 по UTC ночи. Соответственно, можете там посмотреть, сколько будет это по вашему времени. Здесь все по UTC. И уже можно с этого времени закидать в стейкинг и начинать зарабатывать эти токены. Теперь давайте посмотрим, что же у нас тут по лаунчпулу и как участвовать. Во-первых, вам нужно будет пополнить тут баланс. Но как пополнять биржу, я показывать не буду, потому что, думаю, скорее всего, большинство это знает. Да, и ролик не о том. Итак, как же нам тут участвовать в лаунчпуле? Для этого нам здесь вот наводите курсор на подробнее на бирже Binance. Далее, лаунчпад, лаунчпут. Лаунчпул, лаунчпул. Интересно вышло. На лаунчпад, лаунчпул нажимаем и переходим на страничку лаунчпула. И вот токен Alt, видим предстоящие. И здесь уже можно будет нажимать. Как только вот через 13,5 часов можно будет нажать, то получается, что вот тут вот у вас появится кнопочка, вы выбираете пул, в каком токене вы будете вносить, либо FDSD, либо в BNB. Кстати, смотрим на ставку IP, вот здесь 20%, если в этом токене, если в BNB, то 80%. Конечно, в BNB немножко более рискованно, потому что если, к примеру, купили BNB, он упал в цене потом, пока вы здесь в пуле, то, соответственно, вы можете уйти в минус. Но в том случае, если вы в то время BNB продадите, но я его не продаю, постоянно здесь держу, чтобы участвовать вот в таких интересных акциях, лаунчпулах и так далее. В общем, вы здесь нажмете, вводите сумму и все, у вас будут токены работать. Кстати, с этого пула также можно будет забрать. Потом токены у меня сейчас нет здесь активных лаунчпулов, поэтому показать не смогу, но здесь на самом деле все также просто. Вам нужно будет перейти в аккаунт и просто забрать отсюда вот средства. Теперь давайте перейдем, собственно, на биржу Bybit. И посмотрим уже другой лаунчпул, который там уже проходит. Сегодня он стартанул в 10 часов по Киеву в утра. Я туда уже зашел, закинул 100 баксов и покажу, как в нем участвовать. Итак, мы находимся на бирже Bybit уже. И теперь смотрим, как участвовать в лаунчпуле на бирже Bybit. Здесь на самом деле все так же просто. Нам необходимо пополнить баланс. Кстати, в данном лаунчпуле, который я вам сейчас покажу, можно стейкать USDT, что я и сделал. Это хорошо, потому что USDT это стейблкоин, и мы на курсе не потеряем. Итак, давайте посмотрим, что делать. Выбираем активы. К примеру, вам нужно пополнить баланс. Ну, я думаю, вы уже знаете, как это делать. Но, к примеру, у вас активы на спотовом балансе. У меня было так же. У меня здесь на споте были средства, потому что я проходил недавно одну промку. Закидал сюда как раз 100 баксов. И когда вот у вас тут есть средства, вам необходимо их перевести на аккаунт финансирования для того, чтобы участвовать в лаунчпуле. Выбираете, к примеру, в моем случае это было USDT. Вот сейчас у меня его нет, потому что я их сюда перевел. Ну, к примеру, вот у меня есть немножко Solana. Вот тут вот нажимаю перевести. И видим спотовый финансирование. Здесь можно выбирать, на какой перевести. Но в данном случае оно автоматически уже подтягивается финансирование. Здесь выбираете сумму, сколько хотите, либо все. Нажимаете подтвердить и переводите уже на аккаунт финансирования. После того, как вы перевели уже средства на этот аккаунт, далее нам нужно вот сюда вот нажать банкинг, торн и опуститься вниз и нажать кнопочку пул. И здесь, как видим, активный лаунчпул, это по токену Ondo. Можно стейкать USD,
USDU, USDT и сам токен Ondo. Я вносил в токене USDT. Здесь тоже разные процентные ставки. Здесь вот 500%, здесь 358, 749 и 110% на USDT. Да, USDT самый меньший процент, но это самый безопасный вариант. Вот, далее просто нажимаете «Добавить в стейкинг». Здесь также вводите сумму, либо нажимаете Max, либо там вводите всю. Кстати, минимальная сумма, как видим, 100 USDT. На Bybit Launch Pool можно и меньшими суммами участвовать, но здесь вот такой минимум. Далее нажимаете галочку и нажимаете кнопочку «Начать». У меня кнопочка не активируется, потому что на балансе сейчас недостаточно средств. Все. Дальше вам будут капать эти токены на баланс, и потом вы их после листинга сможете уже продать. Здесь период проведения акции от сегодня, 18 января, по 1 февраля. Тогда заканчивается акция, и уже потом будет листинг, и можно будет этот токен продать. Опять же таки об этом я буду сообщать у себя в телеграм-канале. И тут еще один важный момент. Если вам вдруг срочно понадобились средства, вы в любой момент можете забрать, к примеру, ваши USDT из этого пула. Здесь опять же таки все просто. На самом деле ранее было немножко по-другому, но сейчас как по мне стало проще. Для этого вы опять-таки выбираете активы. Далее здесь выбираете Earned Account. Вот видим, что у меня инвестировано $100. И вот здесь ищем, есть у нас Bybit накопление, майнинг ликвидности и так далее. Нам необходимо найти Launch Pool. Вот Launch Pool, у меня видим единичка, то есть один Launch Pool у меня активен. Я здесь просто нажимаю на Launch Pool и, как видим, вот мои средства $100 в Launch Pool по токену Ondo. Чтобы их забрать, просто вот тут нажимаете кнопочку «Забрать». Тут можете ввести любую сумму, да, забрать какую-то часть вашего пула, либо можно нажать максимум и забрать все. Нажимаете «Подтвердить», и эти средства у вас здесь уже будут на Earn аккаунте. После чего вы опять же таки просто переводите их обратно на спотовый и можете уже там выводить, либо там куда вам их нужно использовать. Вот, в принципе, ребята, на этом все. Вот так легко и просто участвовать и зарабатывать в лаунч-пулах на криптобиржах. На самом деле все довольно просто. Я надеюсь, это видео было кому-то полезным и интересным. Если это так, то, конечно же, ставим ему лайк и подписываемся на канал, если еще не подписаны. Ну и, конечно же, подписываемся на мой телеграм, чтобы не пропускать вот такие интересные промки, акции и дропы от разных бирж и не только от бирж. На этом все. Вы были на канале «Интернет и деньги». Всем удачи и до новых встреч.